Привет, привет, девчонки. Я, как всегда, пришла пошариться тут в нашем, типа, такой полулюкс. Вернее, тут люксовые бренды. Ну, это как американский TJ Maxx, только у нас называется в Канаде по-другому. Всем привет из Канады, кстати. Так, Сальваторе Феррагамо за $400. Ничего особенного. Это тоже Феррагамо за 300. Феррагамо. Даже цены не буду смотреть. Такое все неинтересное. Кто это? Ботега Венето. Ботега Венето за 500. Сказал, цены не буду смотреть. Но это тоже Ботега, видите? Они прямо вот эти вот плетеные. Плетеные их... Честно судить. Как у них вот эти вот сумки есть плетеные, так у них шлепанцы такие. Тоже Ботега. Феррагамо, еще Ботега, вот много такого типа туфель, вот такие есть Ботега. А это что? Грей Гусь, ой, Голден Гусь, сори, Грей Гусь это водка, я перепутала. Голден Гусы за 500, грязные вот эти, знаете, ну вы знаете, которые уже грязные. Не понимаю этого, не понимаю, девочки, я отсталая старомодная тетка, не понимаю. Так, Сен-Лоран. Красивенькие, но 600. На самом деле из ткани. Просто из такой ткани. Окей. А что-то вот здесь я пропустила. Вот да. Это красивая Сен-Лоран. Вот реально красивые босоножки. За $600. Да. Смотрите, какие они красивые. 8,5 размерчик. Вот тут такая вот загогулина. Да-да-да. Феррагамо какие-то страшнючие. Сумок нет. Когда-то здесь сумок было много люксовых. И тапочки кто-то поставил за $35 в эту же компанию. Смешные. Ну, такое, ничего такого. Из часов, вот видите, Феррагамо часы. Гуччи часы. Такие. Почему они сейчас? 600, по 700, что-то такое. Такое вот. Это уже не люкс, это просто. Это золото. Другие всякие ювелирные украшения. Довольно красивые, вы знаете. Это не люкс, конечно, но вот такие зелененькие камушки я очень люблю. Смотрите, какие кольца красивые с большими такими зелеными камнями. Вот здесь много всяких. Но это не золото, это в лучшем случае серебро, покрытое золотом, а то и тоже нет. Много всякого всего. Давайте смотреть. Что у нас тут? Тут много колец всяких интересных. Колечки, колечки, бабочки, цветочки. Ну, хорошенькие, да, ну ничего такого. Все блестит, переливается. Бабочки, сердца. Бриллианты с сапфирами. Так, это серебро. Смотрите, какие серьги большие. $80 они стоят. Ничего себе. Вот такие серьги большие. И такой большой серебряный браслет. Сделан в Израиле, между прочим. Украшения большие, такие серебряные. Не дешевые. А это сделано на Бали. Похоже между собой. Так не отличишь. Такие всякие. Вот тоже зелеными камушками. Не знаю, что это. Вот колечко красивое, вот это мне нравится. С синим таким, вот это, я не знаю, камень, это перламутр, камень. В общем, симпатично, много чего симпатичного. Так, что у нас тут еще? Так, жемчуга. Вот за $40 вот такие нитки. Всякие кулоны жемчужные. Часы Гесс. Часы Гесс стоят $150, вот эти.
Это мужская. Мужские часы Ferragamo. Фенди кошелечек. Часы мужские. Вот снова украшения. Ну, в общем, все. Это Michael Kors, всякие разные украшения. А вот эти какие симпатичные, посмотрите, правда? Видите, вот такие сережки, гвоздики, и вот кольцо красивое за $60, вот это с зеленым камушком. И вот эти кольца, Аяла какие-то, какой-то, мне кажется, это тоже израильское. Нет, Бразиль, написано, что сделано в Бразилии. Какие интересные, правда, вот эти вот серьги, кольцо в наборе. И такие красивые серьги с такими камнями. Я не знаю, это камни, не камни, я не разбираюсь. Ну, в общем, что-то такое. А вот это курт. Курт Гегер какой-то, даже не знаю, что это такое. Но он не очень дорогой, поэтому, наверное, ничего особенного. Все-таки не удержалась, решила примерить это пальто. Оно, конечно, классное. Причем у меня, вот смотрите, кофта тонкая и сверху такой кожаный пиджак. Я надела сверху, и оно мне даже, в принципе, нормально. Ну, если пиджак снять, будет совсем хорошо. Цвет такой красивый. Красивое пальто, хорошая длина, такая мятая трухи. Ну, видите, маловато, но если снять пиджак, то будет нормально. Вообще пальто, конечно, очень хорошее. Красиво. Мне очень нравится. Мне не нужно. Рукава длинноваты. Рукава мне всегда длинные. Если я уже тут занялась примеркой, так я уже решила это Ferragamo примерить. Ну, что такое? Странно, интересно. Оно здесь вот на одну пуговицу застегивается. Вот тут у него одна пуговица. И на пояс. Карманы зашиты. Ничего такое, миленькое, но ничего особенного. Не, ну хорошее пальто, красивое. Как-то пояс надо мне затянуть больше, а то я какая-то как коробка. 95% шерсть. 360 на сейле, 44-й. Европейский. Да по мне так лучше за 300 купить это пальто, правда? Не громкое название, не Ferragamo, но качество лучше 100% на шерсть, с подкладкой, пальто. Вон, смотрите, какие-то всякие регалии пришитые. Много всяких этих сейчас, уже к Новому году, блестки появились, French Connection, это у нас такая компания, к ней вот юбка есть, можно купить. Что-то меня на блестки втянули. Так, для любителей блесток. Calvin Klein джинс, $40. Вот такой вот свитер. Или вот такая вот толстовка, тоже с блестками, но поскромнее блестки, тоже $40. Еще какие-то блестки, в общем. Что-то, девочки, ничего интересного. Пытаюсь найти что-нибудь примерить, но... Наверное, сегодня будет без примера, потому что вот кроме этих двух пальто ничегошечки интересного я не нашла. Зато вот вам покажу красивое. Смотрите, какие у нас тут уже все в Рождестве. Какая же лепота. Все, несемся к Крисмасу большими шагами. Ох, какая прелесть. Как же я это все люблю. Сейчас главное не уронить этот шарик. Ах, девочки. Всегда мечты, всегда надежды. На каждый Новый год такие надежды, потом он наступает, такая жуть.
что уже надежд никаких не осталось. Честно сказать. Вон шарики, шарики, шарики. Смотрите, какой Дед Мороз. Санта с какой-то птичкой под пальмой. Что тоже. Ну и это вот классические паровозики. Это самое интересное сейчас у нас. Игрушечки. Потом подойду, там женщина стоит. Так, щелкунчики. Хотела вам шмотки показывать. В результате вот занесло меня в такое место. Никогда не могу пройти мимо спокойно. Сколько игрушек. Слушайте, в прошлом году, я помню, тоже было так всего много. И потом так все быстро-быстро раскупили. Я помню, я поражалась. Так, сорока пришла тут же. Камушка. Это буква. $8. Видите, из стразы сделана буква. Можно подарить кому-то на Крисмас. Нет моей. Ай, какие красивые. Можно на шею повесить, а не на елку. Такую красоту. Бисером вышли. Прикольно, правда? Это типа Шанель No. 5. Представляете? Так, пальмы. Я бы это на елку не вешала, я не знаю. Я бы что-то придумала с этим другое. Собачка красивая. Короче, игрушки такие прикольные. Хрустальные. Almond milk. Ореховое молоко. Почему? Что к чему, не знаю. Ну, прикольно. А вот какие красивые. Вообще эти вышитые, они такие красивые. Все-все разные. Сколько они стоят? $8. Ну, это, знаете, как подарок. Вот кому-то купить. Вот фотоаппарат. Ну, вот по теме, например. У меня муж фотограф, любит фотографировать. Ему можно купить вот такой. Или вот такой. Он скажет, ты мне настоящий бы фотоаппарат лучше купил. Что мне это брать? Ну, вот смотрите. Набор. Кольцо и шампанское. То есть, если вы мечтаете о кольце, так вот вам, пожалуйста, можете купить. И под елочку положить в надежде, что вам в следующем году Санта подарит. Не Санта, а подарит мужчина, ну как бы Санта его толкнет, подпихнет. Красиво. Что, девочки, пойду я домой. Ничего интересного нету примерять. Только вот. Вот здесь я действительно enjoy, получила удовольствие. Как я люблю эти шарики дурацкие. $17. Ничего себе, что такие дорогие. Все, дорогие мои, на этой витрине я, наверное, с вами распрощаюсь. И увидимся с вами в следующем видео. До новых встреч. Всем привет из канала. Люблю, целую. С вами была ваша Дита.